Лучшие семьи Якутии получили премию руководителя региона. Церемонию награждения провели на фестивале «Семья года». В этом году по 300 тысяч рублей получили 10 лучших семей в разных номинациях. На фестиваль собрались крепкие, лучшие семейные кланы из разных уголков республики. Кочевая, спортивная, сельская, городская семья. Семья, которая воспитывает много детей. Все они являются примером. Девочки Люба, Вероника, Алина, Веня, Настя, Ганя, Варя. И Нади нету тоже. Надя в стадии находится. Выезжает в Оленьстадо, да, каждую весну, получается, в апреле, начале апреля и до осени там бывает. Ну, с родителем помогает, в стадо приезжает, точнее, помогает своим родителям, постели, не учится всему, то, что передают родители им.